4 августа. Вот. Привезли сваи. Курим их уже с Романом и запилили. Острые сделали. Ты начинаешь курить. Фрося. Нет, ты Фрося, надо было тебе второе ведро взять. Ну, что, ладно, так долго у вас? Вот Сергей, Роман. Вот с ним застрели сколько. Не что, бегать что ли? Могу, конечно. Какие вопросы? Геннадий Иванович, вы давно голубей смотрели сегодня? Сегодня смотрели голубей, нет? Голубей я утром смотрел. Может, вам еще раз сходить? О! А то я даже курю уже тут. Более сладостного поручения трудно найти. Понятно, что коты и слоны. Ну что тут сравнивать-то? Ладно. Славное дело, вон видишь, как все это, все работает. Сегодня успели мы около 40 с лишним свай заготовить и ошкурить, и все это до обеда. Вот как, это срезки, он угловой, это видишь как, бежит, бегом. У него сапоги какие чудесные. Сейчас зачи, новые подарил им. Ай-яй-яй, посеком-то мне туда лезть никак. Потому что лестница вот эта железная, она узкая эти, больно. Я вот так вот полезу. А. Вот. Иди сюда, по одну лестницу лезу, а за две держусь. А. Замок снять, вертушки снять, гвоздик загнутый. О, дома. О, запах голубиный. Это все сравнивает. Там с овечками батюшка овечек держит. Сравнивать даже не приходится. Голуби летают, а вовсе нет. Все однако. Все однако, да. Слава Богу за все.